Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй. Все, слава Богу, отслужили замечательно ночью и вышли очень быстро, даже чуть раньше, чем обычно. Люди пришли на службу, люди пришли на крестный ход. Очень это благодатно и радостно. То, что не помешали вот эти страхи, опасения. Конечно, мы стараемся соблюдать, чтобы никто не пострадал из-за этой болезни. Но мы видим, что Бог помогает, и все это преодолевается, все эти немощи, все эти болезни. Дай Бог нам помощи и заступления Святой Царской Семьи, которая так много для нас значит. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Тяжело? Огонь. Масочки берите, без масок не пускают в монастырь. Спасибо. Масочки. Масок в монастырь не пускают, берите маски. Бучки, масочки. Не пускают, братья. Не пускают в монастырь без масок. Сердцем, с умилением сердец помолимся. Ищем честное страдание ваше. Я же за Христа претерпели. Молимся и верим в то, что Господь молитвами святых мучеников и святых исповедников нашей Церкви сохраняет нашу землю до сих пор и покрывает ее своим небесным покровом. Надеемся, что с Божьей помощью мы будем вести православно-христианский образ жизни, будем брать пример с правильных людей, такими, какими были святая царская семья и спутники, и все те, кто сложил свою голову за нашу Родину и за нашу Святую Церковь. Их молитвами Господь да спасет и помилует всех нас с вами. Храни вас всех Господь Бог молитвами Пресвятой Богородицы, святых царственных страстотерцев и всех святых угодников Божьих, от века Богу угодивших. С праздником всех вас! Доброго здоровья!